Ребят, всем привет, на связи Семен. Сегодня, смотрите, у нас 5 мая, и я вам расскажу небольшую хронологию, да, что происходило на Амазоне. То есть в марте происходит такая ситуация, что Амазон запрещает отправлять, да, по определенным категориям продукты. Причем это он пишет, что в связи с коронавирусом, с эпидемией, да, мы не можем, ну, то есть принять ваши продукты, то есть там извиняется, пишет. И пишет, что 5 апреля можно будет сделать отправку. Наступает 5 апреля, а отправка не проходит, да? Но где-то дня через 3, через 4 получается делать отправки. То есть, да, без ограничений. Я успел сделать отправки. И вот где-то сегодня май, да, 5 число, где-то неделю назад начинает происходить, то есть, да, еще в конце апреля, такая ситуация, что он ставит лимиты на отправки. То есть бывает, что в один день ты можешь отправить, там, допустим, 40 единиц продукта, а другого, допустим, в другой день ты уже не можешь отправить, можешь только 20, да, то есть пока там твои конкуренты либо не распродадутся, да, либо вообще с этой категории люди не распродадутся, и ты не можешь делать отправку. Самое тяжело встряли люди, у кого торговая марка, и кому надо, допустим, отправить сразу, да, 100 единиц продукта. И как обходить эту ситуацию? Ну, то есть, допустим, я отправлял как 200 единиц, я создавал по 49 раз, ну, то есть, я создавал 5 шипментов по 49 единиц, и потом, да, то есть, я вот 250 единиц отправлял одного продукта. Ну, и то, как бы на пятое создание шипмента он мне не давал все равно, то есть, да, все равно ограничение. То есть, я каждый день, считай, там, да, там, за 4 дня заходил и пытался создать шипмент, да. И, то есть, такие, да, были трудности. И в основном сейчас занимаюсь запуском своих продуктов и помогаю ученикам тоже, да, там, создавать продукты, там, запускать, цепляться, искать выгодные продукты. На данный момент, смотрите, там еще что происходит. Повысилась стоимость доставки. И вот мы, как когда завозим УАЗ Китая, у нас в основном наши, да, там, конкуренты, это китайцы, которые могут подрезать хорошо по цене. И хоть они не FBA продавцы, а FBM, байбокс все равно доставался им. А сейчас у меня есть некоторые листники, где они вообще все исчезли. То есть, да, там, грубо говоря, у них доставка была, когда они писали бесплатно доставка, на самом деле доставки нет бесплатной. То есть там она была, там, 3, да, 4 доллара. А сейчас она стала, там, я не знаю, долларов 25 или 24. То есть люди пишут, что... Да, что делать, типа, и, ну, как бы, это нам на руку, потому что мы работаем по стратегии ОА, мы завозим на, да, на склады Амазона, и еще что, как бы, сейчас авиадоставка, она не то, что подорожала, она стала такое космическое, и, то есть, по факту, сейчас авиадоставка будет у тебя идти товар 30 дней, да, будет стоить... $300, да, 350. Либо ты этот же груз отправишь морем, он у тебя тоже будет эти 30 дней, но если ты отправляешь быстро морем. И он у тебя будет стоить, допустим, там, я не знаю, $100, да? Ну, то есть, и нету смысла переплачивать. И то есть, сейчас за счет этого... Понятно, что, да, там у меня были продукты, которые я самолетом отправлял. Но теперь я все продукты отправляю морем. Ну, то есть, я, да, как бы понимаю, что ладно, сделаю морем. И зато у меня больше теперь маржа. Ну, то есть, да, там... Новые продукты тоже тестирую. Сейчас все отправки делаются морем. И как бы, да, там мы проигрываем немножко по отправке, по времени, да, что там продукт у нас пока не будет нашего. Но, тем не менее, как бы мы выиграем в том, что у нас большая теперь маржа. Смотрите, так, я подготовил для вас еще такое небольшое видео, сейчас будет уже за компьютером. Ко мне, когда приходят ученики, у некоторых еще не до конца есть... не складывается в голове, да, как можно посмотреть продажи. И поэтому я сейчас покажу за компьютером 4 способа, как можно бесплатно посмотреть продажи, не покупая, да, инструменты. Это будет 2 калькулятора, где показываются продажи. Потом мы посмотрим на FBA Toolkit на сайте по рангу. И 4-й способ я покажу, есть эмулятор Django Scout, он бесплатный, тоже можно посмотреть по рангу. Ребят, всем привет, на связи Семен, смотрите, я за компьютером. А сейчас смотрите, 4, да? Показать вам способа, как можно бесплатно посмотреть продажи. Будем тренироваться на этом листинге. Вот это, кстати, типочек у нас как-то отжал наш листинг, но он неймовский.
Поэтому сейчас все примеры будем на ИОшних листниках делать. Смотрите, чтобы посмотреть продажи, да, 4 способа. То есть 2 калькулятора нам понадобится для этого. FBattleKit и Django Scout эмулятор. Калькулятор вам как скачать сюда на Chrome? Вот сюда вы заходите. Да, сверху. Дополнительные инструменты, расширения. Здесь вот расширение 3 точки. Нажимаем открыть интернет-магазин. Здесь мы вводим, смотрите, FBA. Калькулятор. Вот он. И вот мы скачиваем 2. Вот этот скачиваем и вот этот. Вот они сверху появились, да, когда после установки. Дальше мы подвязываем почту. Либо открываем там через Google. После того, как они открылись, все, подвязались, вот они у вас заработал, да. Здесь вы ставите цену, по которой будете продавать. Здесь ставите галочку, что вы на FBA продаете. Здесь вы ставите, за сколько берете продукт вместе с доставкой. Нажимаем посчитать. Вот у нас профит 2.32. И вот здесь 2. То есть по факту у нас на аккаунт зачисляется 4 доллара 32 цента, да. Здесь внизу, смотрите, estimated sales, показана средняя продажа в день, 15 в день. 15 в день умножаем на 30, получаем 450. Проверяем по Django Scout по платному расширению. Получается 480. Но я вам сразу скажу, что вот этот немножко больше показывает продаж. Так, смотрим второй калькулятор. AMZ калькулятор, да. Он у нас показывает вот внизу продаж 514. То есть этот вообще еще больше показывает, да. Еще более неточно. А, смотрите, вот уже два я показал способа. Третий способ, пишем FBA калькулятор, FBA Toolkit. Вот он сайт FBA Toolkit. А, здесь нам надо, смотрите, нам получается категория 10168, а категория Sport Doors. Ищем эту категорию. Да, вводим здесь 10168, нажимаем посчитать. 10 в день. А вот 10 last day. 10 last day, это означает, что средняя продажа в день это 10. То есть 10 умножаем на 30, получаем 300. Здесь у нас эти калькуляторы все показывают 480, да? Я вам скажу, ребят, по секрету, что FBA Toolkit показывает точнее. То есть понимаете, что даже вот эти платные расширения показывают неправильно. Смотрите, четвертый вариант, как вы можете посмотреть продажи, вы должны ввести Django Scout эмулятор Sales. Вот он. Django Scout Sales Estimator. Нажимаем Enter. Вот он, смотрите. И вот мы заходим на сайт, получает Django Scout. И вот он, этот эмулятор. Мы также здесь вводим ранг. 10168. Выбираем Marketplace, выбираем категорию. Sport Doors. Нажимаем посчитать. И вот он посчитал. 480. Ну вот, все то же самое, что и на платном расширении. Ребят, надеюсь, вам было понятно, да? Как теперь посмотреть продажи. Теперь вы умеете, бесплатно можете смотреть продажи, не покупать ничего. Кому более хочет детально углубиться, да, в обучение в Amazon, у которого нет знаний, как для старта, там, с чего начинать. У меня есть программа обучения. То есть даже это не больше обучение, как что там, какие-то видео вам скину, а сам куда-то пропаду. Нет. То есть мы будем с вами созваниваться по скайпу, да, разбирать, что у вас получается, что не получается, продукты какие-то рассматривать, да, которые у вас там вы нашли. Если уж у вас вообще тяжковато будет с поиском, там я скину примеры для поиска продукта. А некоторые ко мне даже приходят и говорят, что типа там давай там, что-то вместе там, да, как-то запустим продукты. Ну, это я не всем, конечно, предлагаю, но есть у меня такие люди, кому я помогаю запустить продукты там за определенную, да, там, стоимость. И смотрите, вот этому обучению у АКитай. Я там вас еще добавлю в группу по ученикам, ну, с учениками. И мы там делаем совместные отправки, да. То есть на данный момент самолетом вообще не выгодно отправлять. То есть она дольше идет. Мы все отправляем морем. Мы отправляем быстро морем. Чтобы быстро морем отправить выгодно, нужно 1000 килограмм объемного веса. Чтобы это было 1000 килограмм объемного веса, нужно коробок 40. И из-за этого мы все вместе собираем эти продукты. Ну как, собираем эту отправку. В общем, кому интересно, заходите на сайт, регистрируйтесь, ну, оставляйте заявку, я с вами свяжусь. Все, всем спасибо. Думаю, видео было вам полезно.